Добрый день, дорогие друзья! Сегодня отвечу на ваши вопросы, чуть-чуть сориентирую по обучению. Касательно самого наиболее часто распространенного вопроса, как с нами познакомиться, приехать, поговорить по телефону и так далее. Я на стримах уже говорила. По телефону нам надо писать. У нас нет возможности снимать телефонную трубку и отвечать каждому индивидуально, в силу того, что у нас идут сеансы погружения. В дневное время, в будние дни секретарь ответит вам, но это буду не я. Поэтому рассчитывать на телефонный разговор, увы, уже не приходится. Второй момент. Вы пишете прекрасно, вы получаете свои ответы. Второй вопрос. Как с нами познакомиться лично? Лично у нас работа ведется только на тренинги эпигенетика, и вот будет тренинг «Система достижения православных монахов», который дополнительно приклеен к эпигенетике. Но он идет отдельным тренингом, да? Все остальное, все остальные программы у нас идут онлайн. К нам не надо приезжать, занятия ведутся через сеть интернет. На вопрос, что мне делать, если у меня нет интернета, ничего. Может быть, у вас нет телевизора, мобильного телефона и так далее. Мы вам это не подарим, не подключим и за вас это не сделаем. Поэтому, если вы хотите работать, значит, у вас есть вариант только онлайна. Да? Либо вы приезжаете очно, но очно это будет курс эпигенетика, который уже идет и который уже в этом году прошел. И система достижений православных монахов, который будет через пару дней, в пятницу, да? Все остальное у нас онлайн. Из ближайших онлайн-программ, на которые можно к нам еще присоединиться, курс по карме по здоровью. Делаю акцент. Еще на этот курс можно присоединиться. На два следующих из этой программы, если вы не были на первых двух, мы уже не присоединим, потому что нет смысла вас туда присоединять. Что касается тренинга сейчас по карме, это технический курс. Мы учим вас работать. Мы учим вас работать с телом и психикой. Да? И если на первом курсе мы полностью давали и водили, и изучали, и у людей осталось видео, как работать с системой, с бутербродом, да, со структурами психики, то вот эта часть – это следующий шаг. Да? То есть вы пропустите первую часть, возможно, вы ее когда-нибудь доберете из другой программы, но вы сможете двигаться с телом. Да? У тела отдельный моменты по работе. И вы сможете работать с кармой. Там тоже будет дана техническая база. Потому что все, что касается работы с кармой, надо разделить на три этапа. Первый этап – это все, что прошито в душе, это прошлое, да, либо будущее. То есть все, что прописано и все, что берется там через тот же регрессивный гипноз и так далее. Это одна часть работы – ныряние в прошлое. Вторая часть работы – это все, что связанное с прошлым, прописано в метельных метках у вас непосредственно. То есть есть общее, что те травмы ресурсные, которые не активизируются у вас в этой жизни, это к первой части относится. А есть то, что уже прописано у вас в теле в метельных метках, и оно пойдет в активизацию в этой жизни при определенных условиях. Вот это вторая часть работы. Вот для этого нужен курс эпигенетика, он с этим работает. И есть третья часть, это те вещи, которые уже активны в вашей жизни. Это третья часть работы. Так вот, на этом курсе мы будем работать с первой частью и с третьей частью. Да? Вторая часть у нас в работе сейчас на эпигенетике. Понимаете, когда человеку говорят, мы вот сейчас вот так тебе щелк и выключим что-нибудь, ну, вы можете верить, это развод. Для того, чтобы что-то выключилось, человек должен измениться, человек должен быть другим. Либо же он должен быть полностью управляемым. Варианты полного управления сознанием, да, мы демонстрируем и публично. Те, кто занимается инфодайвингом, видят в группах, мы выкладываем материалы, мы выкладываем СМИ, реакцию и так далее. Ровненько наша речь и ровненько по датам, даже день в день, по наступлению, как поступают там родственники. Да? Это все есть, вы можете тренироваться, вы можете точно так же присоединяться, но здесь нет осознанности, здесь нет выбора у человека. Это тренировочные моменты управления на расстоянии, потому что это тоже элементы инфодайвинга. Вот. Если вы идете действительно к осознанности, то вряд ли человека будет интересовать управление кем-то. Человека интересует управление своей жизнью,
своей реальностью и так далее. А это очень большой кусок работы над собой. И здесь человеку надо измениться самому. Чтобы поменялось его здоровье, надо измениться самому. Чтобы изменялась его картина мира, надо измениться самому. Чтобы поправились его дети, надо измениться самому. И это основа. И эта основа, она всегда связана с кармическими историями. Что бы мы ни делали, какие бы прошивки мы ни делали, все равно мы периодически возвращаемся к кармическим историям, но мы уже возвращаемся к тем, которые в развороте, в активации, либо которые в теле, в метельных метках. Все, что касается прошлого, будущего, нам уже во время прошивок не надо, мы это удалили. Вот, поэтому, если вы хотите изучать эти вещи, это уже глубокие, практические наработки. И для того, чтобы с этим работать, надо иметь опыт погружений, опыт расшариваний, умение доставать информацию, а не ловить глюки. Те, кто занимался с нами вот на последнем клубе, который был 7 октября, могли понять, как поднимается информационный пласт. Занырнули, очертили, и потом еще 50 заныриваний для того, чтобы его поднять. Это все не с бухты-барахты. Я ясновидящая Ванга, я вам сейчас полностью выдала, где там, что там, как там происходило. Информация так не берется. Да, во всяком случае, достоверная. Так берется информация, как повесить лапшу на уши. Но это все тренировочный процесс, и этот процесс доступен абсолютно каждому человеку. И еще у нас есть два курса, достаточно сложных к восприятию. Это курс «Деньги», и это курс, который мы анонсировали по, ну, продвинутый по структурам психики, по платформам, по восприятию богов. Идет безумное количество писем на них, на эти курсы. И в основном вопросы очень разные. Но уже по вопросам сразу видно, где у человека вряд ли его пустят на этот курс, да, где у него какой косяк не выстроен. И эти два курса мы решили вообще не вникать умом, отдать полностью на усмотрение Бога. Почему? Потому что когда у человека открывается доступ к информации, которая действительно может очень сильно влиять на других людей, причем это влияние может быть просто вторжением или взломом, то ты как бы отвечаешь за то, что ты делаешь, да? Не как бы, отвечаешь. И в данном случае мы решили делегировать, так как умом мы не можем разобрать, кому можно, кому нельзя, внешне такие все одинаковые, постоянно грузиться на каждом человеке не будешь. Вот, мы решили эту часть из себя вынести, Бога, да, и вот на этот момент делегировать ему полномочия фильтра. И поэтому, кого к нам принесет, по стандартной классической схеме, человек заходит, видит ссылку, или получает ссылку, видит сумму, оплачивает, получает ссылку, работает. Да? Вот эта схема. Вот только она рабочая. Все остальное не рабочее. Если человека катит, у него все получается, все проходит, он находит, он успевает, у него все проходит, прекрасно. Вот. Если у него что-то не получается, он мучается и так далее, значит, ему, наверное, не надо быть на этих программах. Так вот, если вы все-таки думаете о продвинутых программах, то сперва начните с малого. Потому что съесть большое, когда у вас нет опыта, будет сложно. Даже если вы считаете себя супер продвинутым гуру, даже если на вашем фоне мы абсолютно недоумки и фантазеры, но любой великий гуру лучше начните с маленьких уровней, с маленьких, с той же программы по здоровью. Да? Она дает базовые техники, она дает погружение. С тех же клубов они дают просто фактически работу в этих состояниях. Да? Потому что даже у нас, когда мы работаем, прямо в комнате люди, которые сопровождают, которые привыкли с нами, периодически храпят. Понимаете, если вы прохрапите дорогой курс, вам будет, наверное, обидно. Но видео останется, но все равно будет обидно. Вот. И пока мы эти все программы ведем сами онлайн, вы можете присоединяться. Потому что на самом деле
Вот последние программы нам, последние расшаривания нам показывают, что реально мы еще совсем ничего не знаем. Даже при тех возможностях, которые сейчас у нас есть, даже при тех результатах, которые у нас сейчас есть, при тех успехах, при том, что люди не могут объяснить и считают это уже чем-то божественным, мы видим, что это только первые шаги. На самом деле сознание человека может значительно больше. Сознание человека, мы еще не заходили даже с технической части, с изобретений, с эфира, с научных подходов, с доказательств. Понимаете, это огромные пласты информации. И да, почву мы подготовили для работы с аутизмом, с ДЦП. Сейчас с большим количеством заболеваний у нас пройдет со взрослым населением, потому что мы поняли, фишку уже словили, в чем затык и как можно его решать. Вот. И это время, там пройдет 2-3 месяца, мы развиваемся очень быстро, и это будут делать другие люди, они будут учиться вместе с вами точно так же, возможно, вы будете на нашем месте точно так же работать. Мы пойдем дальше расшаривать информацию там, где у нас сфера интереса. Поэтому пока у вас есть возможность учиться у нас, присоединяйтесь, а у нас будет возможность смотреть, у кого получается, тому сделать предложение, чтобы все-таки вы продолжали работать в нашей команде дальше. Ну вот как-то так. Спасибо за внимание.